В Кызылорде открылась школа планирования семьи для женщин с инвалидностью. Она будет работать при третьей поликлинике. Это проект ассоциации «Шырак». Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» работает уже более 15 лет в Казахстане и Центральной Азии. Миссия организации – поддержка женщин-инвалидов, лоббирование их интересов, защита их прав. За 15 лет ассоциация обучила более 1000 женщин с инвалидностью по самым разным вопросам – формированию лидерских качеств, получению образования, по трудоустройству, оказывается психологическая и медицинская помощь. Среди главных проектов – защита репродуктивных прав женщин с инвалидностью, их права на материнство. Причем ассоциация работает не только с инвалидами, но и с госорганами. Потому что пока не изменится их отношение к инвалидам, бесполезно что-либо делать. Открытие школы планирования семьи – один из важных проектов ассоциации. Акцент делаем на женщинах с инвалидностью отдаленных регионов, сельских регионов. Потому что больше всего женщины в этих регионах нуждаются в информации о средствах контрацепции, о том, что, какие бывают инфекции, передаваемые половым путем, когда планировать, в какое время рожать, через какое время можно беременеть безопасно для здоровья, для своего здоровья, для здоровья ребенка. И в то же время мы работаем с медицинскими работниками по изменению отношения к лицам с инвалидностью. Чаще всего бывает, что существует мнение, что женщина, если имеет инвалидность, то ей нет смысла рожать, потому что рожаются дети с патологиями, и многие бывает, что отговаривают от уже случившейся беременности, но в то же время и женщины с инвалидностью иногда относятся агрессивно, не понимая, что это чревато для их здоровья. То есть мы здесь изучаем вопросы для того, чтобы максимально было безопасно для самой женщины с инвалидностью в сотрудничестве с медицинскими работниками.